Солнце, золотистый песок, теплый ветер, загорелые тела – все это не на одном из пляжей Бразилии, все это на турнире по пляжному волейболу 6 июля на территории спорткомплекса «Чайка». Отличием пляжного волейбола от своего собрата, обычного волейбола, является то, что игры проводятся на свежем воздухе, привычный паркет заменяет песок, вместо 6 человек в команде играют двое. Несмотря на всю экзотичность этого спорта, он все-таки дошел и до нашего города. Как под заказ, в этот день была теплая погода. Тучи, которые могли смутить спортсменов дождем, долго не задерживались и проходили мимо. Мероприятие началось с тренировки. Волейболисты отрабатывали подачу, прием, обсуждали стратегию игры. Всего в событии приняли участие 16 команд. Турнир проходил по системе плей-офф. Игры начинались с 1/8 финала. После каждой победы команда проходила в следующий этап соревнований. Приехали побороться за медали и волейболисты Ависмы. Совсем чуть-чуть им не хватило до выхода в полуфинал. В 1/4 спортсмены из Березняков уступили салдинской паре. По итогам соревнований обладателями кубка стали салдинцы Михаил Мизин и Илья Терегуб, которые в финальном матче обыграли Александра Протасевича и Валерия Богомолова, показавших очень достойную игру.